Мои ощущения – это волнение, это нетерпение, это уважение ко всем, кто сегодня пришел. Я дико рад, я дико волнуюсь, наконец-то мой первый концерт спустя огромную кучу времени. Что-то с вами грустно, нам бы танцы. Что-то с вами грустно, нам бы танцы. Что-то с вами грустно, нам бы танцы. Я мать его русский камикадзе. Что-то с вами грустно, нам бы танцы. Что-то с вами грустно, нам бы танцы. Что-то с вами грустно, нам бы танцы. Я мать его русский камикадзе. Что-то с вами грустно, нам бы танцы. Вылезай наружу, нахуй панцирь. Я пришел на тусу развлекаться. Я ловлю тут лузы за щеканцев. Ты звучишь так густо на битах всех. Долганули грубо африканцы. Ты орешь, ты первый, 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 блядь, что-то ты недурно обсчитался. Мне время не это чего, включаешься, собрать, ты сейчас на бегении, ты на Night Ай Мэнни, ну расскажи мне, что я тебя снова в кайф. Yellow card on the field, and you start being nervous, right? Я залажу на моторбайк. Я влетаю в твой дом как царь. Не пихай мне свой доллар, I second yellow card on the field, and you fucking disqualified. Пишу куплет на дому, открой глаза, в этом году не нужен рэп никому. Рэп никому! Чайхаус сет ебанул, слышал, что в России еще пацанский флекс на ходу. Флекс на ходу! Пишу куплет на дому, открой глаза, в этом году не нужен рэп никому. Ты пиздец со слуху, но тебе фартануло, продержись, как я хотя бы 10 лет на плаву. Что-то с вами грустно, нам бы танцы. 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 Я мать его русский, как не танцы. Что-то с вами грустно, нам бы танцы. Что-то с вами грустно, нам бы танцы. Я мать его русский, камикадзе. Что-то с вами грустно, нам бы танцы. 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 После концерта я врубаюсь, что все, это закончилось. И всегда, всегда после практически любого концерта ты неизбежно чувствуешь опустошение. Хотелось бы вернуться вот в этот самый огненный момент еще раз. Но я обязательно вернусь, но уже на следующем концерте. А так, круто. Я почувствовал, что публике очень понравилось. Почувствовал разрыв, особенно под некоторые песни. И как бы клево, очень приятно, когда зал поет твои песни. Ни с чем не сравнимое чувство. А желания переехать в Россию нет. Я люблю Ригу, мне тут все нравится. А выступать в России, конечно, буду. Там доминирующее количество моих слушателей. Это круто. И обязательно планирую уже в Москве у нас 25 ноября концерт в Арбат-Холле, в Питере в зале ожидания 22 декабря. И дай бог в следующем году сделаем полноценный масштабный тур. То есть как-то так. Спасибо, Рига! Эй!